сложнее становится снимать на миллион, а вот сидит он себе спокойно на солнышке, греется. Никакого вообще внимания на то, что я снимаю его с телефона. Но стоит показать ему камеру, как у него сразу начинается истерика, я не знаю. Это при всем при том, что камера выключена. И вот с этой камеры уже невозможно его снимать. А с телефона уже не то качество. Вот, просто обыкновенная камера, и у него уже непонятное поведение начинается. Чего она ему не нравится, я не знаю. Ну, что тебе она не нравится? Как тебя теперь снимать, если ты ее так не любишь? С телефона не то качество. Ну, даже не включено, а? Мама, что с чего она тебе не нравится? Thank you.